Вместе с тем провести летние каникулы приятно и полезно призывает студенческая молодежь, которая собралась сегодня в Якутске на ярмарке вакансий. В ней приняли участие строительные, финансовые и другие предприятия. К тому же студентам предлагали поработать в летних оздоровительных лагерях. Помимо этого, молодых людей записали в студенческие педагогические и строительные отряды. В прошлом году у нас наши студенты выезжали на Камчатку для заготовки рыбы. В том числе в муниципальное образование республики выезжали активно наши студенты по программе «Местные кадры в промышленность» на сезонные, на вахтовые работы в летний период. Ну, в этом году у нас активно представили вакансии свои промышленные предприятия, такие как «Якутуголь», «Эльгауголь», компания «Колмар» активно привлекает молодежь. Молодежь, которая не имеет опыта, у нас может принять участие в программе стажировки. Значит, организациям, которые представляют вакансии для молодежи, не имеющей стажа, из государственного бюджета компенсируется часть расходов на фонд оплаты труда, на проезд, на проживание молодых специалистов.